Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом уютном и милом зале, чтобы встретиться, порадоваться этой встрече, улыбнуться друг другу и познакомиться с друг другом получше. Я говорю о знакомстве не только зрителей, но и о знакомстве с интересным вокальным проектом, который не так давно образовался в городском дворце культуры. Это вокальная студия «Акцент». Сегодня «Акцент» расскажет, а точнее споет о том, что же им интересно, чем они занимались, как они жили весь этот творческий сезон. И вы знаете, когда мы готовились к этому концерту, мы подумали, какой же он должен быть. И вы знаете, мы поняли, что и мы, и наверняка вы тоже, немного устали от огромных, тяжеловесных проектов, серьезных, глобальных, сверхглобальных сентенциях и заявлениях. И согласитесь, что среди всего этого информационного, порой не очень радостного потока, хочется немного отдохнуть и расслабиться. Согласны? И поэтому мы решили сегодня устроить не отчет коллектива о проделанной работе, не официозный концерт, а вы знаете, давайте-ка закрутим самую настоящую караоке-вечеринку. Готовы? И как полагается, в самой настоящей, классной, крутой караоке-вечеринке у нас есть желающие спеть. Это вы, уважаемые зрители. У нас есть экраны, на которых будет появляться текст песни, и вы с легкостью сможете подпевать. У нас есть артисты, которым мы доверили микрофоны. И самое главное, у нас есть хорошее настроение. Итак, друзья, вы готовы? И как полагается, в самом крутом и самом классном караоке обратный отсчет. 3, 2, 1. Караоке с акцентом. Встречайте. Наверное, будем тише смеяться. О-о-о-о.
сегодня здесь. Поем вместе с нами. Конце 80-х. В 90-х годах караоке появляется и в нашей стране. Это было очень популярное развлечение.
И поэтому, друзья, если уж мы говорим о караоке, давайте попробуем вспомнить, какие песни наиболее часто исполняли в караоке. Предлагаю сыграть в игру «Хиты караоке», и начнем мы с 90-х. Итак, первый музыкальный вопрос. У кого есть версия, поднимайте руку. Молодцы, слушаем правильный ответ. Можно песни снять, конечно, конечно, подпевайте. Отлично, молодцы. Слушаем второй музыкальный вопрос. Так, версия есть. Слушаем ответ. Абсолютно верно, молодцы. А мы переходим к третьему музыкальному вопросу. Немного сложнее. Нет, 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 подумайте, пожалуйста. Версия есть, слушаем правильный ответ. Абсолютно точно, молодцы. Слушаем следующий вопрос. Вы прям настоящий меломан. Слушаем правильный ответ. Абсолютно верно, это танцы от Андрея Губина. А мы слушаем следующий музыкальный вопрос. Хит, который гремел, мне кажется, из всех радиоисточников. Слушаем правильный ответ. Отлично, друзья. С 90-ми мы разобрались. Поэтому двигаемся дальше. Наша караоке-вечеринка продолжается. Встречаем акцент. И не забываем петь вместе с ними. Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной любовь спасет мир.
Yeah.
нашем коллективе, она глубоко патриотическая, она так и называется «Родина». Разноплановый. Мы сочетаем много жанров в себе, и сейчас бы я хотела пригласить на эту сцену солистку нашего ансамбля Елизавета Ефремова. Встречайте. Белому снизу.
Друзья, мы продолжаем с вами выяснять, какие же песни исполнялись в караоке. И на очереди у нас 2000-е, или их называют еще нулевые. Итак, предлагаю снова окунуться в эту атмосферу и снова попробуем отгадать с вами музыкальные композиции. Итак, музыкальный вопрос номер один. Так, версия есть у нас. Давайте послушаем правильный ответ. Давайте споем, мы уже стесняемся. Давайте. Не жалею, но все. Я петь не умею, поэтому будьте вы. В твоих руках не потеряй его. И не отлично, а можно вопрос? Каким неофициальным гимном, какого футбольного клуба эта песня стала неофициальным гимном? Подскажу, ладно. Это стало неофициальным гимном фан-клуба московского футбольного клуба «Спартак». А мы продолжаем, и музыкальный вопрос номер два. Так, слушаем правильный ответ. Абсолютно верно, молодцы. А мы переходим к следующему музыкальному вопросу. Слушаем. Мы отгадываем русскоязычные композиции. Я вас понимаю. Слушаем правильный ответ. Давайте споем еще раз все вместе. Молодцы, абсолютно верно. Переходим к следующему музыкальному вопросу. Версия есть? Правильно, Маша Медведь, как всех называется. Любочка. Слушаем правильный ответ. Следующий вопрос. Руки вверх! Китяра же, друзья, китяра! Слушаем правильный ответ. Забирай меня скорей, уводи на свой. Я думаю, что слова все знают. Поднимаем громче, громче. Нас не уже. В нашей коробке Ежеренко. Уводи на свой. И целуй меня везде. Я без нас лыка уже.
двигаемся дальше. Поем вместе с акцентом. Подпевайте. Ветер листает, имя развеял. Нет ни дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься, не стари. Не разглядишь меня, не разглядишь меня. Друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Знаешь, когда-нибудь дальнего берега здравнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Нашего коллектива встречаем Сергей Кимаев и Наталья Шмакова с песней «Этот город». Подпевайте. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые ванты. Он как будто просыпаясь смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взбивают птицы крыльями восход. И куда-то уплывает белый пароход.
никогда. Одно желание тебе вернуться вновь. Дождем весенним самым белым в феврале, тому, кто самый-самый лучший на земле. Не ставлен ураганом, птицею с небес, снова я лечу к тебе. Ты самый лучший, только не грусти, ревностью пустой себя не мучи. Ты самый лучший, я уже в пути, думая об одном, ты самый лучший. Иногда мне просто кажется, что ты устанешь ждать. И тогда с небесной высоты я падаю опять. Дождем весенним самым белым в феврале, тому, кто самый-самый лучший на земле, тому, кто так умеет верить и прощать. Я в тебе лечу опять. Ты самый лучший, только не грусти, ревностью пустой себя не мучи. Ты самый лучший, я уже в пути, думая об одном, ты самый лучший. Себя не мучи, ты самый лучший.
Вечеринки. А мы продолжаем говорить о хитах караоке. Вспоминаем песни, начиная примерно с 2010 года и до наших дней. Ну что, фанаты ТикТока и Ютуба, вы готовы? Тогда слушаем вопрос номер один. Неужели ни у кого не ответа? Правильный ответ. Катедры кофейные. Абсолютно верно. Друзья, ну спойте, пожалуйста, все вместе. Но ты не хочешь главную раскати мне я. Вот, наконец-то. Молодцы, слушаем вопрос номер два. Давайте летающим насекомым. Слушаем правильный ответ. Молодежь прямо рвется танцевать. Слушаем следующий музыкальный вопрос. Хит, который прямо разорвал все приемники. Слушаем правильный ответ. Врачи говорят, что караоке очень помогает и положительно влияет на здоровье человека. Даже придумали термин «караоке-терапия». Поэтому, друзья, пойте в удовольствие, пойте на здоровье вместе с вокальной студией «Акцент». Что было, молодцу подарила кари глаза, звезды роса, ой, глупо, как креница.
целой вселенной. И об этом наша следующая песня. Над ней выходят окна, там всегда движение и дома. А тебе так одиноко, что уже не хочется вставать. Мир порой ужасно злой, незнакомый и чужой. Он понять его нелегко. Этой замечательной караоке-вечеринки бы не состоялось. Ну а коллективу пожелания хороших занятий и творческого роста. Спасибо большое.
Дорогие друзья, локальная студия «Акцент» благодарит администрацию городского дворца культуры за помощь в организации и проведении концерта. А именно, звук Максим Шереметьев. Свет и видеоинсталляция Павел Зотов. Ну а теперь вы, дорогие друзья, можете подняться на сцену и поздравить наших артистов с отчетным концертом.